кидательные ножи, заклинания. Иммунитет синий. Back to start point. Это что такое? Смерть, что ли, сразу же? Да, ну да, извини, вот выйдем. Давай посмотрим. О моё. Самурай сама. Окей. Хуя тут врагов. Воу! Меч! Бэм! Демс. Макака, блядь! Слезь нахуй оттуда. Ча ушибу, блядь. Меч сломался. Не знаю, что это делает. Похоже на какую-то аркадку. Что такое три? Ага, я понял. Чего? Типа сюда пока нельзя? Спуститься. А я допрыгну вообще? Что-то мне кажется, я не допрыгну. Чего, блять? Так, а что будет, если... Хилки респаунятся или они рандомно? Что делают эти камни? Блять, что ты делаешь? Окей. А дайте мне хилку. Да ну хилку дайте, алло. Да ну а как? Явно что-то с камнями нужно делать. Ух, нихуя! Меня съел какой-то тип. Да я вот что-то с камнями нужно делать, алло.
понимаю. Окей. И теперь ты решил камень просто взять? Или чё, блядь? Блять, до чего, да камон, все хватит. Может, какую-нибудь хилку? Бля, пожалуйста, какую-нибудь хилку. Бля, они убьют меня. Хо-хо-хо! Так. Окей. Ага. А, ну охуеть. Я понял. Блять. Интересная механика. Только она что-то не работает нихера. Блять, кому-то был. Вау! Бля! Пошел нахуй! Ай-ай-ай, блять, больно! На нах! Эй! Уха! Ебать! Что за покемон такой? О, парольчик. Парольчик нас записали. 1SQPGGG4V. Окей. Бу! Не надо, бу. Слушай меня внимательно, вазай. Пока ты опять не пошла играть. Назад не иди. Пожалуйста, не иди назад. Бессмысленно это все. Это раз. Два. Чуваки не дамажутся, потому что бьешь их в щит. Хорошо. У них 100% блок щита. Как и у тебя. Ну, у тебя сейчас нет, ты там с травяным ходишь. Но у них 100%. Если ты попадаешь в щит, дамаг не приходит. Обходи со спины. И т.д. Это 2. 3. Если с боссом будет тяжело, а с боссом будет тяжело, скорее всего, на лестнице есть призыв. На лестнице есть призыв.
Найдешь лестницу. Окей, все. Перед боссом. Перед боссом. А лестница. Не на такой, знаешь, а такой нормальный, по которой ходишь. Вот на такой лестнице есть призыв. Все. Все. Если вдруг дойдешь. Вот, все. Как со спины. Вот так вот. Учись. Придется учиться. Бам. Фигет. Ну что, оно падает, нет? Да пиздец. Отя! Чего? В лаву упасть? В смысле? Я же честно. Ну тогда найди способ. Не бить в щит. На черт. Черт! Кончилось. Не от меня кушать. Пошел нахер, мальчик. Ау. Да, бля. Такое. Парировать их можно? Можно попробовать, но я не уверен, что у тебя получится. Привет, Метал Серж. К тебе вопрос. К тебе вопрос. Охуительный. Фак. Что ты думаешь насчет наверху, да? На стриме. Игра как игра. Ну ладно. Ну ладно. Где он был? Я не проходил еще ни разу. Его. Если он где-то был, то скорее всего на другом канале. Ну. Типа того. Ох, щит! Ну там армикрок, наверное, какой-нибудь или чё? Банановые вафли? О боже. Да, игра клёвая на самом деле. Вот, ты их рублей за 800 купил, что ли? Банановые вафли в шоколаде. Что, блядь? У тебя жопа не слипнется? Блядь, вот это что такое было сейчас?
что происходит? Атакую голову? В смысле? Драка, блядь! На кону! Да это откуда? Дом это руки! Дом! Дом это руки! Дом это руки! Дом! Дом это руки! Дом. Уокера! Камжи? Или это один? Я хуй знаю, не понял. Два. В. С. Окей. Воу! Чего? Как это вообще работает-то? Это как в Sonic. Sonic 2. На самолете. А летишь? Ой. Да, ровно так же, блядь. Вроде прыгаешь. Вроде что-то должно получаться, а что-то нихуя не получается. Персонаж летит куда угодно, только не туда, куда надо. О, блядь, заебись. Да, умер. Чик, не будь жесток. Чо. Опа. А, бля, я лавовые яблоки люблю. Ушла, уйди. Чё думаешь про DS Pacifist Run? Думаю, оно того не стоит. А что, это был уровень? Ксави. Ку. Р. Икс. Пацифист ран, блядь. Какой нахуй пацифист ран, блядь? Я с привидениями, блядь, сразиться не могу нормально. Заебали они меня толпой, блядь, загоняют в угол, начинают пиздить просто со всех сторон. Пацифист ран, блядь. Что, блять? Надо держать или что нужно делать? Почему я, блять, на велоцирапторе? Ну, боже. Это, блядь, та игра, когда интернет отключают, да, и ты в браузер входишь, это она, да? Сука! Ну, если повезет. Угу. Не, ну подожди, вот эти все пацифист раны, это, ну, такое.
Софист ран всегда заканчивается на том моменте, когда тебе нужно убить кого-то. И ты начинаешь его убивать. Потом Арштейн, который выпадает из окна, это другой момент. Тебе надо пацифист ран прям пацифист-пацифист, что ли, блядь, или что? Так это вообще невозможно, мне кажется. Как ты это... Что? Какие, блядь, бага-юзеры, еб... Хочешь, я тебе расскажу, как проходится Dark Souls, блядь, без единого удара? Хочешь? Мне не надо видео скидывать, я тебе так могу рассказать, как бы Dark Souls проходится без единого удара. Чё, подожди, у меня тут это... У меня тут гонки на страусах, блядь, из Короля Льва, блядь. Не, ну чё ты мою теорию-то портишь, блядь? Алло. Вот, блядь, придумал её. Без онлайна фантомов. Иди ты нахер. Иди ты нахер. Гейм овер. Я только хотел сказать, короче, это... Перед каждым боссом, короче, вызываешь фантома. Все, он за тебя всю работу делает. Чё оно не выбралось? Блять, игра, ты заебала, чё ты делаешь, блять, чё происходит-то, чё у меня, блять, одна и та же кнопка-то, блять, что? А, бля, сижу, ввожу пароль, блять, а у меня ничего не вводится, нихуя, надо вправо нажимать. Кто, блять, придумал это, этот вот пароль охерительный, где нужно всё время вправо нажимать, а не само это происходит. Чё за бред? Окей. Да ну тебя нахуй. Да ну тебя нахуй, разгоняйся, блядь, дебилоид. Насчет Арштейна или Смауга я и так знаю, что может в окно. Я это и без всяких этих. Я это на МГ плюс сделал. Я не знаю как, но он, короче, выпрыгнул. С арены, и все, я тусил 1 минуту, наверное. Да ну тебя, грубо. Короче, надо вправо держать. Блять, да иди ты нахуй. Да, блядь, как среагировать-то на это, ёбаный рот? Да пиздец, ну что это за бред, блядь? Батлтос, блядь, отдыхает нахуй. Ну, блядь, бред. А вы еще побольше не могли сделать, блядь? 11. Охуеть. Да ну охуеть, блядь. Я до 5, блядь, только опускаюсь. Это же какой-то бред.
Демон станок. Какой станок? Деревообрабатывающий? Или по металлу? Я вас там мыло, небось, какое-то лютое. А, я просто буду... Тут же таймера нету. Вообще, блядь, реально, блядь, на такой скорости догнать хоть что-нибудь-то, блядь. Это чушь, по-моему, просто полная. Да, блядь. Да ну, блядь, ну как его догнать-то, блядь? Он улетел нахуй в конец экрана, блядь. Пойди куда-нибудь, хуй знает, блядь. На неделю до него бежать. Ебануться какая-то. Тут реально, блядь, только на максимальной скорости бежать. Ну это бред полный. Тьфу. А чё, по-моему, 4 нужно было, нет? Жесть какая-то. 5 S G N O W. Как, блядь, убить первого босса в Dark Souls, блядь, не ударяя его ни разу? Как? Скажи мне. Я просто не понимаю сейчас вообще. Ладно, этот телец. Грибучий. Он может сам упасть. А вот с первым боссом я ничего вообще не понимаю, чего. Он закидывается бомбами, потом быстрый переход, он почему-то живой. Блять, ну это уже не пацифист ран, извините. Ты же дамаж врага. Чё? В смысле? Чё? По-моему, наебало какой-то. Нет? Пацифист ран Блять, подожди, пацифист ран подразумевает, что не бить никого. Как бы, ну... Ты пацифист, ты никого не бьешь. Не убиваешь, а не бьешь именно. Это уже не пацифист, рано, это уже что-то другое, блядь, просто. Баг на баге это называется.
Да, толкать врага в пропасть это не это, да. Как этого огненного хуятора убить? Без нанесения ему дамага. Опять машина какая-то, да? То есть я знаю, что он прыгает как бы... В самом начале локации он прыжок делает, он там типа висит. Но ты если его не ударишь, он вроде не умирает. Так и чего? Про сину изолита, блядь. Эдентес. Скипаются боссы. А ну, в общем-то, ты можешь по лаве бегать. Технически. Так, и чего? Netflix. Так, и что я с этим делаю? А-а-а. Да, блядь, серьезно, что ли? Надо попасть. Бля, меня не пропустили, да? Фак. Ну, не знаю. Блять, мне вот такое мне неинтересно. Ну, то есть, блять, если это баг на баге и скип половины, блять, боссов, ну что это такое тогда? Это неинтересно. Ты придумай, чтобы, блять, всех надо было убивать. То видишь, блять, хуя себе пол игры скипнул, блять, типа игру прошел. Нихуя. Чика не согласен. Потом еще, блядь, называют, короче, пацифист раном. Ран, в котором ты кого-то, блядь, убиваешь. Охуенно. 10 из 10 просто. Не понял, подожди. А, не сюда. Да серьезно, что ли? Каждый раз с ними драться?
10. 12 из 10. Где этот, как его, да? В той версии игры, где кат-сцены как отдельные видосики. На диске с игрой. Просто темный экран. А, супер урезанная версия. Хотя бить. Видимо, куда-то не туда. Че надо делать-то, блядь? Ага. Да куда ты, блядь, ушел-то? Ну такое. Да, блядь, давай быстрее, ёпта. Ты, блядь, еще неделю нахуй будешь подниматься мне тут, что ли? Нахуй есть, блядь. Да, бля. Нулевая жизнь не считается. Блять, она так медленно поднимается, пиздос просто. Чего, блять? Че, серьезно, блять? Ну это бред полный, блять. Ну хули он, блять? Иди сюда. Ты... Это пиздец. Просто полный, блядь, посос. Да ты можешь, блядь, ударить-то, ну! Ну это, блядь, ебота полная. Десять, блядь, из десяти. Я труп. Я не понимаю. Чушь полная. Блять, весь уровень заново.
Ай, мы максимально сделали ввод пароля, блядь, ужасным. Кнопки не скроллятся. Ну, чё это? Чё я пропустил? СС, ЖК. Н. О. То есть, зажал кнопку, не работает. Нужно спамить сидеть. Максимально неудобная хрень. Да, блядь, дайте меч-то какой-нибудь, блядь, чё за хуйня? Вообще ничего. Ой, Руська. Шёл вон. Нет, а серьезно, а меч мне сегодня дадут вообще? Хоть какой-то? Так, вроде сначала... Шел он. Странное дерьмо. Воу. Что-то новенькое. Что-то новенькое, такого он не делал раньше. Уля! Да, конечно. Я камень, надеюсь, остался. Все. Эти аборигены. Просто глупость, реально. 100-500 ударов каждому. Да они, блядь, даже не сложные, алло. Просто время отнимают. Да.
Да. Самое время попасть. Самое... Хочу сказать, все, она улетела без меня. Шел вон. Okay. Ай, ну! Да ну чё, я тебе череп, блядь, перенесу, что ли, или чё? Починил, блядь! Чего не понял? У него ХП восстановился? У него ХП восстановил, заебись. Okay. Да куда ты, блядь, едешь-то? Ну, пожалуйста, не надо так делать. Блядь. Давай вот сюда. Куда, блядь, едет, хуй знает. Я не понимаю, как, блядь, ей управлять. Она, ебать, какая рандомная просто. Эта штука. Ну, блядь, ну что? Да ну, блядь, приедь, ёпт, сюда. Давай. Да ну, охуеть, блядь. Добрый вечер, блядь. Куда поехала? Я, блядь, не понимаю, нахуй, как это работает. Да ты издеваешься, блядь, что ли? Чё это за босс, блядь? Какая параша, блядь. Повторюсь, это не босс, это параша. Говнат кусок, блядь. А не босс. Да, блядь, ты можешь еще медленнее, блядь, подниматься.
Сука, это какая-то такая хуета, блядь. Ну вот чё это за бред? Хотя бы сделать хорошо, получилось, блядь, хуй пойми чё, блядь. Да, блядь, в смысле ты не попал? Говно, блядь. Мне просто это какой-то дурацкий, идиотский босс, блядь. Просто хрень полная. Это С или О? Чё это? Это О. Т. И. Д. Где? Тихо, стоп. А сколько всего уровней? Ну-ка. Second Samurai. Sega. Сворды. Ну-ка. Сколько всего уровней? 15. Какой у меня там пароль был? HFG. HFG. Чем похоже есть HFG. Не вижу. А из других? 5SS? 5SS? Нету. Я сомневаюсь.